Это феерическое великолепие произведений декоративно-прикладного искусства, живописи, графики – итог 17-летней деятельности Института национальной культуры. Полагаясь на народные традиции, здесь научились создавать современные шедевры. От национальных рубашек и костюмов из прошлого до современных платьев с национальными орнаментами. Это курсовые и выпускные квалификационные работы студентов и преподавателей ИНК. На выставке как раз представлены все варианты возможные, которые позволяют нам сохранить традиции и русского, и мордовского, и татарского искусства, и некоторых других народов нашей страны. Керамика Светланы Борисовой и Михаила Салдаева, резьба по дереву Александра Гаушева, живопись и графика Анатолия Баргова и Николая Рябова, художественная обработка ткани Ирины Хомяковой, Веры Ковалевой и Людмилы Левиной, а также те, кто продолжает развивать народные традиции в современном искусстве. Сзади меня работы Кати Беляевой создает рисунки для тканей. Она признана в Москве была в 2019 году лучший студент-дизайнер 2019 года. Искусствоведы без преувеличения называют выставку всероссийской. Очень большое значение мы придаем тому труду, который вложен преподавателями Института национальной культуры в дело формирования поколения новых художников. Оценить творчество выпускников и преподавателей ИНК в выставочном зале музея Эрзина Советской можно до 17 апреля, пока музей и его филиалы работают в штатном режиме. Алена Москалева, Александр Зюзяев, «Наши новости».